Всем привет! Давно я не снимала видео на YouTube. Прошло уже больше года с тех пор, как я публиковала последнее видео. Но сейчас я решила вернуться. Первое время с малышом новорожденным было не до YouTube. Я не могла разрываться на две площадки, Instagram и YouTube. Поэтому решила посвятить себя только Инстаграму. Но сейчас я исправляюсь. С момента, как я снимала последнее видео, это было, когда я только прилетела в Корею на 8 месяце беременности. Сейчас нашему сыну уже исполнился годик. Время так быстро летит, я прилетала одна, а сейчас я забрала Кирилла. Ну как сейчас, забрала его полгода назад, кто не знает, это мой старший сын от первого брака. В общем, у нас очень много чего случилось в жизни. Мы сейчас идем на работу к моей свекрови, свекр тоже там. У нас будет семейный обед. После пойдем в торговый центр покупать Кирюшке зимнюю обувь. А еще вечером мы хотим поехать в русский район и поужинать в русском кафе. Вышли с мужем за кофе. Оказывается, приехали еще родственники мужа. Поэтому так много людей. Родственники уже уехали, мы с ними попрощались. И сейчас ждем, когда Эль проснется, чтобы поехать в торговый центр. Я немножко устала, хочется спать, лежу прям на муже. Он не любит быть в кадре, он у меня такой молчаливый, на камеру вообще ничего не говорит. Просто иногда бывает вот так вот в кадре. Ну что, мы едем в торговый центр. Ехать там осталось 7 километров. Мы в торговом центре присматриваем детишкам обувь. Мне понравилась вот эта вот курточка. Такая миленькая. Но мы сюда пришли не за этим. Будем искать обувь. О, такие детские вещи классные. Okay, 누르고, 이렇게 생겨.
이 색깔 있나요? 어, 있어요, 사이즈. 예, 이 색깔로. удобно тебе? Сына, тебе удобно? О, игран только ты. И Эли тоже решили взять точно такие же, но меня удивляет, что цены на абсолютно одинаковую модель разные. Те, что для Эли немножко подешевле, а для Кирилла подороже. Обувь детям мы купили, сейчас едем в русский район. Ехать нам сколько по времени? О, всего 8 минут. Поедем сначала в русском кафе, а потом будем закупаться продуктами нашими. Приехали в русское кафе, сделали заказ. Детки уже кушают хлебушек. Вкусно, сынок? Нам уже принесли бестроганов. Мясо по-французски. Вот ему. Спасибо большое. Вау. Маскита. У мужа мясо по-французски, а тут еще селедка под шубой. Ну а сейчас мы пришли в продуктовый магазин. Вот чего мне не хватает здесь, в Корее. А что? Вау! Ой, мы так наелись, и русскую кухню поели, и тортики русские поели, медовик, Наполеон, эклер. Ах, сейчас нам еще ехать до дома 1,5 часа. Я рада, что мы сюда приехали, закупились продуктами, сделали все вообще дела, которые были сегодня запланированы. И бросаем тип вот отца. Пан мастерство. Говорит, что только булочки были вкусные. Русский район. Везде надписи на русском. Побывала в русском районе, а такое ощущение, что съездила к себе на родину. Очень скучаю по своей листе, по родным. Очень хочется поехать к ним, встретиться. Но в этом году мы были, поэтому, скорее всего, поедем в Россию только в следующем году. Домой, только что уложили детей. И сейчас настало наше время с мужем. Тут Эль спит. А Кирюшка спит в своей комнате. Мы, кстати, недавно переехали. Если хотите, я сделаю обзор на нашу новую квартиру. Пишите в комментариях, стоит ли делать обзор. Если будет много желающих, я обязательно сниму вам видео. В связи с чемпионатом мира по футболу все вечера у нас проходят вот так вот.
когда я говорила, настало наше время, я говорила о том, что мы будем смотреть футбол. Спасибо всем за то, что просмотрели сегодняшнее видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!